Приветствую, уважаемые подписчики, рыболовы на канале «Авторская прикормка». В этом видео я покажу, как сделать одну из самых эффективных насадок для ловли карпа и белого амура. Эта насадка очень хорошо себя зарекомендовала именно в эти годы. Раньше ее либо мало использовали, либо вообще не использовали. Но сейчас она идет на ура именно с этим запахом и вкусом. Для приготовления нашей насадки нам понадобится кусочек хлеба, также в него я добавлю вот такой ароматизатор черной смородины. На рисунке тут нарисована почему-то красная, но я вас уверяю, что это черная смородина, так как пользуюсь ей не первый раз. Этот ароматизатор я развел в таком флаконе для себя. Сюда я добавил немного подсластителя и немного пропиленгликоля. Ароматизатор использовать не обязательно, но если вы не используете ароматизатор, тогда нужно добавить смородиновое варенье либо же джем. Это обязательно. Но так как у меня нету натурального джема или варенья, я использую ароматизатор. Он максимально приближен именно к запаху натуральной черной смородины. Берем наш хлеб, немного смачиваем в воде. Отжимаем воду из него. Перекладываем в отдельную тару. На эту насадку я потрачу где-то 1 мл ароматизатора примерно. Далее сюда я добавляю чайную ложку крахмала. И все тщательно уже здесь в таре замешиваю, чтобы у меня получилась плотная консистенция, плотная насадка. Нужно будет хорошенечко замешать. Вот немного замешал, практически готова насадка. Чтобы ее завершить, я добавлю сюда немного красителя. Вот так добавил одну каплю. Теперь еще раз тщательно размешаю и покажу вам. В финале у нас получается вот такая насадка с очень сильным запахом черной смородины. Также компоненты, которые содержатся в ароматизаторе, они играют неплохую роль именно в замесе самого теста. Консистенция получается очень хорошая. Отлично для того, чтобы насаживать на крючок. Достаточно плотная. Но также, если использовать с вареньем, плотность тоже получится достаточно неплохая и очень хорошо себя покажет. Также, если использовать варенье, краситель нам не понадобится, так как варенье также придаст нашей насадке дополнительно цвет. Помимо карпа, также белому амуру очень нравится эта насадка. Именно за счет запаха мы получаем хорошие результаты. Обязательно попробуйте. Возможно, именно эта насадка станет вашей любимой на рыбалке. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До скорых встреч, увидимся в новом выпуске.